С 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо для вида только обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, так как и было предложено вице-премьером. Русский лес – лакомый кусочек для многих импортеров. С 1 января 2022 года, в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 6 ноября 2020 года, в России, как вы знаете, был введен запрет на вывоз необработанного или грубо переработанного леса. Но как такового прямого запрета как бы и нет, так как полный запрет противоречит обязательствам России перед ВТО. А Европа, тем не менее, уже подала на нас жалобу. Но эта жалоба будет отклонена. Юридически Россия поступила гораздо хитрее, обходя тем самым запрет ВТО. Вопрос почему? Россия, во-первых, сократила количество экспортных пунктов, через которые можно было вывозить наш лес. Было 30, стало 2. Один из которых расположен на границе с Финляндией, а второй на границе с Северной Кореей. Во-вторых, была увеличена экспортная пошлина до заградительных 80%. Так что формально введение эмбарго на вывоз необработанной древесины не означает абсолютного запрета на экспорт. Но в реальности экспорт НСОД просто физически в каких-то значимых объемах невозможен. А чтобы все это невозможно было обойти, еще введены пошлины заградительного уровня на так называемые товары прикрытия, под видом которых недобросовестные экспортеры могли вывозить необработанную древесину. Так, Россельхозом установлен практически до запретительного уровень пошлин на пиломатериалы и брус влажностью свыше 22%. Таким образом, получается, что Россельхоз пошел даже дальше распоряжения Путина, чем просто запрет. Запретили до кучи и вывоз хотя и обработанной, но влажной, то есть свежей древесины. И тут тоже сократили количество пунктов вывозов, оставив только те, где есть все необходимое для замера влажности древесины. И это не все. С этого года транспортировка древесины и продукции ее переработки допускается только при наличии электронного сопроводительного документа. Так что перемещение любого леса в пределах страны будет четко фиксировано и отражено в электронном виде. За лесом теперь следят не хуже, чем за алкоголем или лекарствами, и даже лучше. Таких жестких ограничений на экспорт необработанной древесины и пиломатериалов и такого строгого контроля за перемещением лесоматериала внутри страны в российской истории не было никогда. И это еще не все. Уже приняты новые ограничения и требования, которые будут вступать постепенно с марта и октября 2022 и с января 2023 года. Вот такие новости на сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. До следующего ролика.